Факт номер один. Порнозвезда Шэрон Кейн за всю свою жизнь снялась в 810 фильмах, и этот рекорд еще не удалось побить ни одной актрисе. Факт номер два. Самая низкая женщина в мире – жительница Южной Африки. Ее рост составляет 55 сантиметров. Факт номер три. Самой длинноногой девушкой мира признали чешскую модель. Длина ее ног 124 сантиметра. Факт номер четыре. Самая большая грудь в 12-летнем возрасте была у китаянки. Ее вес составлял около 10 килограмм. Однако вскоре ей пришлось ложиться на операцию по уменьшению груди. Она доставляла слишком много неприятностей. Факт номер пять. Самая болтливая женщина – комедийная актриса. За минуту она может произнести 585 слов. Факт номер 6. Самая плодородная женщина – жительница России. Рожала 27 раз. 16 раз у нее рождались близнецы, 7 раз тройняшки и 4 раза по четверо близнецов. В общей сложности она была матерью 69 детей. Факт номер 7. Самая молодая мама – девушка из Перу. Она родила в возрасте 5 лет и 7 месяцев. Факт номер 8. Самой молодой вдовой стала дочь одного султана, которая была выдана замуж в возрасте 3 лет, но через год ее мужа убили. Факт номер 9. На одном из судебных разбирательств женщина заявила, что в течение 5 лет у нее было одновременно зарегистрировано более 60 браков с мужчинами из Англии, Германии и Южной Африки. Факт номер 10. Самой дорогой проституткой стала испанка, которая за всю свою долгую 93-летнюю жизнь умудрилась работать 25 миллионов долларов. Однако она проиграла все свое состояние и умерла без гроша в кармане. Благодарю за просмотр, если видео вам понравилось, ставьте ему лайк, а также подписывайтесь на канал и оставляйте в комментариях 10 фактов, о чем вы бы хотели услышать в следующий раз. До скорых видео!